Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Токэмп и видеообзор товара необходимого для рыбалки, такого как кан для живца. В данном случае у нас складной кан для живца, выполненный из ПВХ ткани. Вот, швы у нас прошиты. Где у нас тут швы? Швы у нас прошиты и проклеены, получается. В верхней части кана для живца у нас идет такая вот сеточка на молнии, которая закрывает ваш кан. Две ручки прорезинены. Вот. И разбирается, ну, он принимает свою полную форму, когда вы набираете в него воду. Вот, вот такой вот получается у нас кан. У кана есть, помимо двух ручек, удобный плечевой ремень с регулировкой и подплечником. Сейчас посмотрим, как этот кан будет выглядеть наполненный водой. Итак, кан наполнили водой. Вода, как видим, стоит, никуда не убегает. Верхняя часть у нас крышечка с сеткой. Кроме всего прочего, мы можем полностью крышку открыть верхнюю. Она также у нас на молнии. Две ручки. Достаточно удобно. Две ручки достаточно удобно позволят транспортировать кан с жидкостью внутри и с живцом или с вашим уловом. Наплечный ремень также позволяет поднять и перенести кан. Кан достаточно тяжелый, потому что воды в него налили практически до самого верха. Как правило, этого никто не делает во время рыбалки. Итак, размеры сейчас у данного кана получается 40 сантиметров. Высота 26 сантиметров и ширина 25 сантиметров. Понравился кан, заказывайте у нас на сайте, подписывайтесь на наш канал, рекомендую.